чёточка кью. Всем привет, с вами Денис Громов и Артём, и сегодня мы играем на проекте SumperP на 08 сервере. В общем, я решил зайти с Артёмом поиграть, и мы решили сделать небольшой МП в виде, короче, будем раздавать малоимущим деньги, да. И в конце ролика еще сюрприз вам скажу. Ой, сюрприз, какой сюрприз? Анонсирую, кажется. Да-да-да. Вот. Ну, в общем, Артём... Мы уже собрали бомжиков, да, вот. Да, немного народу сейчас, потому что онлайн, видимо, все. Ну, как немного? 2, 4, 6 ну, да, человек, нормально. 15. В общем, 15. Давай раздаем повязки по РП. Так. Какие повязки именно? Какого цвета? Давай зеленый. Давай. Вот, они побегут, вот эти все... То есть сейчас у нас на МП, они побегут вот по этой дороге и прямо. Все это придумал на ходу, вообще МП, потому что надо было что-то придумать новое, что-то нестандартное, а то стандартное там крыша, драка там и так далее. Ну вот. Да, ничего неинтересного. Угу. Вот, а мы с Тёмой решили придумать, так вот, как раз я, мне деньги некуда девать, я раздал малоимущим, бомжам, там всем фермерам, вон даже фермер. Так что вот, что-нибудь такое придумаем. Думаю, будет весело, посмотрим, как они бегут. Бежать вам прямо. По моей команде напиши. По команде Дениса. А потом, короче, давай раздадим деньги, да, где-нибудь вот здесь? Да-да-да-да-да. Ну все, давай. Я написал три гола. Кто сообразил, короче, тот и побежал. Я даже буду смотреть. Ой, да. Кстати, нам в этом тоже администраторы они некоторые помогают. Банихопят. 134-й банихоп. Ну ты сразу смотри, в общем, тоже беги и смотри. Ну да, да, за да. Ситуацией я тоже попытаюсь. Блин, мне бы машину, короче. Сейчас едем за ними. В общем, я на машине. Угу. Но первый парень, он бежит без банихопа. А, ну понятно. Вот. Ну реально очень классно получается, так все ну, получается. Да, да, да. Чисто такая мини-МПшечка получилась, и сейв он бомж бежит. Кто у нас первый? У нас первый... Первый Гуизы Салватори, короче, Альберто и... Кто там? Ну, сейчас посмотрим. И они третий. Без банихопа, да? Да-да-да, Гуизы вообще бежит сам. Ага. Только как-то он странно бежит. Да, читер. Походу, потому что он очень быстро бежит, даже не бегом. Так, ну да. Ладно, первый он финишировал, ладно, второй да, этот. Первый. Это айдишник. И третий у нас... 59-й. Ричарда, короче. Все правильно. Да-да-да-да. Пятый, 59-й и... Угу. И 10-й. Нет. Угу. Пятый, 59-й и пятый. Угу. Ой. Подожди, подожди. Пятый, 59-й и... 10-й, да, вот 10-й. Постройтесь. Строй у стены... Надо еще что-нибудь придумать. Блин, народу на самом деле не очень много. Ну да, ну, боже, такой... онлайн-то 280 человек. Куда, короче, куда? Туда, к яхтам пойдем. Сейчас. Вот сюда, к яхтам. А, к яхтам, окей. Да-да-да. Вот сюда, иди, иди. Я уже так давно не играл, что все забыл. Ну да. Вот сюда. Пусть они тут построятся, короче, тут будем приколы делать. Постройтесь, скажи, линию. Ну, вроде еще все так адекватно. Сейчас. Ну да, да. Ну потому что мало народу, знаешь. Меня уже бьют, ну ладно. Еще тут медик где-то был. Ну, он, походу, потерялся. Так, короче. Ну, в общем, у нас мало народу, но я думаю, эти ребята нормально. Так, что дальше делаем? Давай. В общем, короче. Я даже не знаю, что делать. Давай думай. Блин, я не знаю, ну... Я не знаю. О, давай, короче, знаешь что? Давай вот к нему подходим, например, Артёмка, братцу. Да-да-да. Что он спросит? К нему? Смотрите, почему вы считаете, что вы малоимущий? Почему вы считаете, что вы малоимущий? Боже, у него такое лицо. Блин, надо быть. Сейчас, подожди. Потому что... Нифига там чувак коры дает. Подожди, что-то Артёмка тут строчит. Подожди, или он всё... Да, он строчит, потому что нет стартового капитала. Ну ладно.
Еще раз? Да-да, скажи, как вы, напиши ему, как вы докатились до такой жизни? Напиши, Чев, как вы докатились до такой жизни? Подожди-ка. Да, ну да, Чев такой более солидный. Че за прикол, наверное, думают, я говорю, че за бред, короче. Я бы рассказал про свое печальное детство. Что армейцы тут тоже плачут. Ну. Не бей. Я проиграл в казино. Типичная схема. И теперь я бедный. Так, ну что еще можешь задать, как думаешь? Подумай. На что вы потратите свои первые деньги? А, да, давай. Точно. Ну да, это такой стандартный вопрос. Деньги. Блин, первые. Зачем я единицу поставил, я не знаю. Я жил в малоимущей семье, потом меня ограбили. Бедный парень, не так бедно жил, его еще ограбили. Вообще лол. Я потрачу на свой дом, вон там парни пишут. Буду копить. Буду копить на дом. У меня его никогда не было. Купил. Пиджак. Может быть, он хотел... Наверное, типа, купит пиджак сыну в школу. Ладно. Ну давай, я не знаю, что дальше с ним делать. Денег им давай. Короче, давай что-то напишем. Ладно, ребят, это была программа розыгрыш. Всем пока. Да нет, не надо. Они обидятся. Ладно, ребята. Давай сейчас им раздадим деньги, а потом объявим конкурс про суперприз. Какой суперприз? Еще нужно будет сделать. Да-да-да, это ж другое. Я что-то уже запутался. У меня денег нет даже вылечиться. Ну ладно, короче. Так, кто там был первый? Вот. Да, СП. Да нет. Блин, у вас есть паспорт при себе? Сейчас он мне покажет паспорт. Вдруг у него нет паспорта? Нет, да. Все-таки есть. Блин, да ты, конечно, такой тоже организатор, бомжик, ну ладно. Да может быть, я просто хипстер, откуда ты знаешь? Да? Да. Ну ладно. А что мне с этими... Тихо. Теперь это ваша яхта. Это ваш приз. Но на этом не все. Вы получаете зачетные 100к самповских. Как написать самповских виртов, да? Да, виртов, да. Виртов. Виртов, ладно. Саповских. 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 Все, спасибо, брат. Извините. Братиня просто. Но вы мне не брат. Вы нищий. Поздравляю. Теперь вы можете уплыть на закат. Удачи. Следующий, кто у нас тут был? Давай, кто следующий, короче? Вон, давай это. Альберто Моратти был следующий. А? Альберто Моратти был. Да. Пойдем, ну блин. Погнали. Так, короче, что ему сделаем? Давай думать быстрее. Не знаю. Может, давай ему нож в печь, никто не вечен. Давай зайдем за угол. Да. Давай. Не, там бомж, а не, там Вагас, лучше над Вагасом так постараемся. Да, Вагас, он уже все-таки бандит. Он уже, наверное, привык к ножу в печи. Да. Блин, куда мы его ведем? Подожди. Можно было бы его заставить спрыгнуть с обрыва, разбиться об воду. Давай. Это будет нон-РП, короче. Дадим денег и скинем. Давай, короче, так. Парковочное место. Бесплатно. Да, точно. Вот эта идея. Смотри. Вот так
Дикая идея, да хорошо подала. А, ёбая. Гиртов. Ну ладно, такой бред несем, но это так, ну ладно, весело. Теперь у вас есть деньги на машину. Теперь у вас есть, да, деньги. А, ты написал, да? Да. Уезжали следующего. Ой, ё-моё, я знаю, что со следующей, короче. Ой, сейчас, подожди, я знаю, короче. Они, а, нет, стоят, смотри, даже странно, их никто не контролирует, они стоят. Да-да-да. Не, почему он там а, не он, стоит? Да, контролирует. Боже, я сейчас умру. Коля. Да? Так вот тут, блин, этот же да, медик нет, был. Нет, денег нет, я ж хипстер, я без денег. Ну ладно, еще Колю попросит. Короче, посмотри, этот на яхте раскатывает. Уехал. В казино поплыли. Дальше проигрывать деньги. Пойдемте со мной. Сейчас. Слышь? Ты чё забыл меня? Как ты? Сейчас. Да нет. Знаешь Ваньку? Чё ты ел? Я его отец. А я Ванька, короче. Ясно. Ванька. Сори. Ладно, прощаю. Итак. Это была... Нет, это... Программа... Розыгрыш. Блин, напиши ты. Не, напишу. Это была программа, и ты розыгрыш. Давай, это так круто звучать. Розыгрыш. А с мягким знаком? По-моему, да. Боже, я не образованный. Ладно, посмотри. Короче, смеется. Пройдемте. Точно... Блин, у меня 50... Блин, у меня 60 ДК, мне, короче, в банке остальные деньги. Ладно, да, муж, у тебя это 40? Зачем мне по нулям все? Я ж хипстер. Ладно. Ну что именно? Напиши, вы выигрываете вертолет. Когда-нибудь. Нет, напиши, нет, напиши, вы... Вы сможете купить вертолет. Нет, напиши, вы выигрываете вертолет. Выигрываете свой личный вертолет. Который прилетит сюда через час. Сюда ровно через 64 минуты. Если вы, скажи, если вы подождете все 64 минуты здесь, вы получите, короче, вертолет. Здесь 64 минуты именно здесь, то вертолет ваш. Будет вашим. Тихо. И еще. Про 100к. Пройдемте. Все, вы так и сыча, иди сюда. Если вы упадете в этот люк, вы получите. Итак, поехали. Боже. Боже. Я могу упасть. Упал. Тихо, что он напишет? Короче, ждем. Ничего не знаю. Ничего не знаю, бабки. Что такое наглый? Ты помнишь, Артемка не выдержал. Артемка. Молчи. Сейчас он что-нибудь скажет и умрет. Давай, ты давай подожди, а тебе хочу, чем он хочет. Артемка. Тихо. Чем он прибежал? Чем прям на расстоянии пробежал? Ладно, пойдем, короче, к тем ребятам. Пошли, да, точнее. Там уже их двое только осталось, они подохли все. Ты, ну, мента кого-то убивает или что они там делают вообще? Друг друга убивают! Сыкострелся. Вот, блин, парни. Щедрые, да. Опять поинтов. Оставь поинты себе.
Оставь Лэнтис. Ладно. Ладно, последняя миссия. Нифига себе, нихера себе. Тёмка. Он решил убить меня. Я такого ожидал. Какая? Перестыл уже артист. Какая? Жулики, аферисты, лучше. Нифига он, блин. Ладно, короче, я не знаю, что уже сделать. Ну давайте им просто раздадим, о чем мы их мучили. Так у меня 2000. А их трое, надо кого-то убить. Ну, не мы такие, жизнь такая. Да, жизнь такая. Он и Раби с этим запаниковали. Спасибо. Ну блин, ладно, извини, парень, ну... Ладно, короче. В общем, ребята, это такой выпуск был маленький. Ждите еще выпусков от меня. Мы думаем, мы с Артемом еще что-нибудь придумаем. Надеюсь, вам этот выпуск понравился. И я обещал, что я в конце выпуска скажу вам о призе. Какой приз? О призовом фонде. Суперприз, да. В общем, кто напишет самый лучший комментарий к этому видео, тот получит совершенно новый Инферно, 100%. На восьмой. Вот, это, конечно, я вот не обманываю, зачем мне обманывать, вообще нету смысла. У меня есть Инферно. Ну и денежный приз, конечно, 10 участников получат. Я это тоже засниму в следующем выпуске. Вы это тоже увидите, то есть он попадет в выпуск, этот парень, который выиграл. Ну, мы как-то договоримся все это, я не знаю, как-то зайдет он в игру или что. Я даже не знаю, может, нарезками как-то сниму. В общем, посмотрим. В общем, самый лучший комментарий, кто оставит под видео, тот получит... Много денег и машину. Да, много денег и машину. Ну, обещаю я точно, это лям, 1кк и инфернус. Ну и там по 100к каждому, может, по 200. 10 участникам, кто хороший комментарий оставит. Вот, ну какой, как должен он выглядеть? Ну не знаю, любой, ребят, напишите смешное или не смешное, да. Что-нибудь, да. Мы сами с Артемом выберем что-нибудь. Думаю, на этом все мы заканчиваем. Больше нечего, в принципе, нам снимать. Так, ну, что да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Да, до скорых, я уже запинаюсь. Вот, и ждите новых выпусков. Все, всем адьос. Пока.